Привет! Предлагаю ознакомить вас с интересными гаджетами, которые упростят жизнь каждому человеку. Со всеми товарами вы также можете ознакомиться самостоятельно. Все ссылки оставлю в описании. Погнали! Умный переводчик – это просто незаменимая вещь для тех, кто едет в страну, в которой не знает языка. Этот переводчик распознает речь вашего собеседника и переведет ее на ваш язык. Поддерживает следующие языки: английский, японский, испанский, итальянский, корейский, арабский, французский, китайский, португальский и, конечно же, русский. Стоимость такого переводчика – $32.30. Все ссылки обязательно оставлю в описании. Очень удобная штука, особенно в условиях частых перебоев с горячей водой в странах постсоветского пространства. Очевидным преимуществом стала возможность самостоятельной установки этой штуковины. Кроме того, нагрев происходит практически моментально. Мощность нагревателя варьируется от 2 до 5 кВт. Возможность перегрева исключается благодаря функции автоматического отключения. Еще один приятный бонус – цифровой дисплей, а также контроллер температуры и напора воды. Действительно, удобная вещь на кухне или в ванной, пользоваться которой без труда сможет каждый. Стоимость на AliExpress – $25. Если вы едете в командировку по работе и не уверены, что в отеле будет утюг, рекомендую взять с собой этот ручной отпариватель. Он обладает совершенно небольшим размером и поместится в любой чемодан. Благодаря этому устройству вы сможете не только погладить, но и освежить одежду. Стоимость на AliExpress – $18.50. Хотите иметь здоровые зубы и реже посещать стоматолога? Достали кровоточащие десна? Обзаведитесь ирригатором, чтобы максимально тщательно ухаживать за полостью рта. Эта штуковина подает струю воды под давлением, помогая деликатно вычищать труднодоступные места и удалять зубной налет. Цена на AliExpress – $37.50. Портативная пила – настоящая радость для хозяина с золотыми руками. Хорошо справится с поставленными задачами как дома, так и на даче. Поршневая помощница с пилой сабельного типа весит всего 1 кг и легко режет дерево. Максимальная ширина и глубина среза составляет до 40 мм. С таким гаджетом можно заниматься не только подрезкой веток в саду, ну и дополнить собственную столярную мастерскую. Цена на AliExpress – $54. Уход за газоном – вполне посильная задача, если обзавестись хорошей газонокосилкой. Я нашел отличный легкий триммер для покоса травы. Ширина реза около 30 см, позволяет не убивать весь день в саду и быстро привести придомовую территорию в порядок. Лезвия ручного девайса вращаются со скоростью до 8500 оборотов в минуту и легко справляется как с нежной травкой, так и с жирными сорняками. Цена на AliExpress – $88. Всегда мечтали иметь компьютер размером чуть больше флешки? Вполне реальный гаджет, который я нашел для вас на AliExpress. Подключить девайс можно к любому монитору или телевизору с USB выходом. Дополните этот набор хорошей клавиатурой и мышкой, и походный ПК готов. Установленная операционная система Windows 10 функционирует шустро, практически не ограничивая пользователя в возможностях. Конечно, для игр эта кроха тоже годится, но самых простых. А также сойдет в качестве Smart TV приставки. Цена средних характеристик – $98. Ссылочку ищите в описании. Чувствительная камера 16-кратным зумом и внешним микрофоном понравится фанатам видеосъемки. С таким гаджетом можно стать настоящим оператором не только на семейных праздниках. Девайс позволяет снимать неплохие таймлапсы в формате 4К и делает качественные снимки даже при плохом освещении. Девайс также снимает в слоумо, что позволяет добавить особенную изюминку в контент собственного производства. Все записанные данные сохраняются на карту памяти. Цена – $86.50. Относительно недавно появившиеся на рынке хабы прочно зарекомендовали себя среди пользователей.
Не всякий ноутбук или компьютер обладает достаточным количеством USB-выходов. И вот тут в дело вступает хаб. Док-станция позволяет без труда копировать информацию между двумя жесткими дисками. Занимается их клонированием или выборочным копированием. Подобный девайс нужен далеко не каждому, однако в узких кругах эта штука ценится на вес золота. Основные причины такой популярности – удобство в использовании, возможность офлайн-копирования и относительно невысокая стоимость. Цена – $42.50. Незаменимая вещь для молодых родителей – видеоняня, позволяющая заниматься делами и одновременно присматривать за ребенком. Девайс состоит из двух частей – видеокамеры, которую необходимо установить рядом с малышом, и экрана, с помощью которого вы наблюдаете за ребенком. Видеоняня может работать как от источника питания, так и портативно, держа заряд до 18 часов. Безусловно, есть ночной режим, режим записи видео, а также голосовая связь. Цена – $54. Вы важная персона и подозреваете, что за вами следят через фронтальные камеры ноутбуков, смартфонов или планшетов? Для таких случаев в природе есть крышка для камеры. Сразу скажу, что технически смотреть за вами возможно, но это маловероятно, так как под такой контроль стремятся посадить людей со статусом. Но вот от случайного включения камеры ребенком и обзора того, что не нужно видеть собеседнику, это поможет. Или просто так защитить от пыли. Цена $1.70. Отличный набор электрических инструментов, которые должны быть всегда под рукой у любого автолюбителя. Все упаковано в специальный кейс, который также оборудован знаком аварийной остановки. Так что в случае поломки на трассе, можно его выставить прямо на дороге, для обеспечения собственной безопасности. По отзывам, инструмент довольно качественный и со своими задачами легко справляется. Цена $180. Как все прекрасно знают, тенты для авто используются для защиты средств передвижения от снега, дождя или солнца. Это же устройство призвано упростить процесс складывания тента, так как работает в автоматическом режиме. Нажал на кнопку, получил результат. Цена на AliExpress – $280. А вот и победители из предыдущих выпусков. Испытайте свою удачу, написав комментарий и оценив видео лайком. Таким образом, вы имеете больше шансов попасть в видео и выиграть приз. А теперь условия конкурса. Чтобы получить приз, необходимо подписаться на канал и канал спонсора, поставить лайк под этим видео, написать положительный комментарий. Итоги подведу в следующем выпуске. Вся подробная информация в описании под видео. Если ты досмотрел до конца, тогда пиши прикольный комментарий и получи шанс попасть в следующее видео. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения!